сира. Слово «сира» в переводе с арабского имеет несколько значений. Это «идти», «дорога», «прекрасный пример», «состояние» или «положение». Применяется как путь, пройденный последним посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Показанный им пример, сказанные им слова, его нрав, а также его жизнеописание. Завоевание Мекки. Причина похода на Мекку. Через 2 года после заключения мирного договора в Худайбе между племенем Хуза, которое было союзником мусульман, и племенем Бакир, союзником курайшитов, вспыхнул вооруженный конфликт на почве давней племенной вражды. Мекканские многобожники тайно оказали помощь союзному племени, предоставив ему оружие и людей. Этот инцидент стал причиной нарушения и отмены Худайбийского соглашения. Однако многобожники, осознав совершенную ошибку, предприняли попытку снова заключить перемирие. Для этого они отправили Абу Суфьяна в Медину. Однако пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, отказался вести переговоры, и Абу Суфьян вернулся в Мекку ни с чем. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, объявив сподвижникам готовиться к походу на Мекку, приказал держать это в тайне, поскольку не хотел кровопролитного сражения на священной земле в случае, если мекканцы узнают о планах мусульман и успеют собрать войско. Тайное письмо. Один из мухаджиров Медины по имени Хатиб посылает мекканцам тайное письмо, в котором предупреждает о планируемом захвате Мекки мусульманами. Для доставки послания Хатиб нанял женщину. Об этом по воле Аллаха узнал пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Он направил в погоню за женщиной своих людей, которые отняли письмо и доставили назад. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, спросил о причине, которая побудила Хатиба отправить послание в Мекку. Со слов Хатиба, в Мекке находится его семья и близкие родственники, которых некому защитить. Письмо было отправлено в целях предупредить и обезопасить их. Учитывая, что Хатиб принимал участие в битве при Бадре, посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, простил его. На пути в Мекку. В 10-й день месяца Рамазан, 8-го года хиджры, посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, во главе 10-тысячного войска направился в Медину. В пути ему повстречался его дядя Аббас, который принял ислам и направлялся в Медину, чтобы поселиться там. На подходе к Мекке посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, приказал мусульманам приостановить пост и принять пищу, чтобы войти в город бодрыми. К вечеру воины разожгли 10 тысяч костров, свет от которых привлек внимание мекканцев и вселил страх в их сердца. Абу Суфьян по этому поводу сказал следующее: «Я никогда не видел столько костров и столько воинов». После этого он отправился к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и принял ислам. Мусульманское войско вступает в Мекку. На следующее утро посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, разделив войско на 3 части, вошел в Мекку с 3 сторон. Не считая небольших столкновений с язычниками, до крупных сражений дело не дошло. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в сопровождении Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, и своим отрядом вошел в Мекку, произнося суру «Фатх» — «Победа». Не встретив какого-либо сопротивления, пророк, мир ему и благословение Всевышнего, обошел Каабу. Своим посохом он тыкал в расставленные вокруг изваяния идолов, повергая их на землю и читая следующие аяты. «Пришла истина, а ложная больше не появится и не вернется». После того, как пророку, мир ему и благословение Всевышнего, принесли ключ от Каабы, и он вошел в нее, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, разбил всех идолов, расставленных в священном месте, а также приказал стереть все изображения на стенах Каабы. Потом пророк, мир ему и благословение Всевышнего, вошел в Каабу и прочитал намаз в 2 раката. В Мекке.
посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, выступил перед собравшимися у Каабы курайшитами с проповедью, в которой сказал, что он послан людям в качестве милости Всевышнего. Кроме того, он объявил о том, что с этого момента будут прощены все, несмотря на злодеяния, совершенные ими ранее. Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, взял с людей клятву быть верными. Далее наступило время обеденного намаза, и Биляль, да будет доволен им Аллах, взобравшись на крышу Каабы, возгласил оттуда азан. Пророк, мир ему и благословение Всевышнего, пробыл в Мекке 19 дней. За это время специальные отряды мусульман по поручению посланника Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, нашли и разрушили всех идолов вокруг Мекки. Битва при Хунайне. Хунайна – широкая долина в 80 километрах от Мекки неподалеку от города Таифа. Узнав о завоевании мусульманами Мекки, ряд недоброжелательных крупных племен региона стали сообща готовиться ко вторжению в город. Многобожники прибыли в долину Хунайна, где установили свой лагерь. Разведка донесла об этом посланнику Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, и в шестой день месяца Шаваль он во главе 12-тысячного войска покидает Мекку, чтобы направиться в Хунайну. Через 4 дня войско мусульман прибыло к месту назначения. Однако от неожиданного нападения врага из засады мусульмане обратились в бегство. Посланнику Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, пришлось своим примером отваги и мужества придать уверенность воинам и вернуть их на поле битвы. В итоге вражеские силы потерпели сокрушительное поражение и бежали. В руки мусульман перешла до этого небывалая добыча. Наряду с телегами с золотом и серебром было захвачено 6 тысяч пленных, 24 тысячи верблюдов и более 40 тысяч овец.